Всем привет! Пока у нас есть такая возможность заходить в игру от профиля Валика, мы решили продолжить немножечко эту тему. А сегодня мы будем создавать дом на Фениксе, так выпала карта. Создадим дом и ВКонтакте выложим пост о том, что на одном из серверов мы поставили домик новенький. И посмотрим, насколько быстро и кто из игроков успеет сориентироваться и найти этот дом первее всех. Сейчас мы будем искать максимально отдаленное место, где, скорее всего, нет никаких игроков, чтобы не было такого, что кому-то повезло, что он был ближе. Просто максимально куда-то далеко-далеко-далеко уйдем. Мы, может, даже поставим два домика, потому что ну, здесь позволяет атмосфера, так сказать. И они максимально отдаленные. А нет, смотри, там или это админ. Мы, конечно, можем его кикнуть, но вдруг у него какие-то дела здесь, вдруг он сюда забирался. И он сейчас сразу прошарит, что что-то здесь какая-то тема. Вдруг админ пишет? Нет. А, пон. Все, и пошел. Давай. Пока-пока. Нет, он сел просто и сидит. А, все, полетел. Что происходит? Тяжело ранен, ладно. Давайте поможем. Подумай над своим поведением. Помоги. Конечно, мы тебе поможем. Вдвоем очень быстро подвинули. Помогли пацану, теперь ждем, пока он уедет. Улетит, точнее, быстрее, чтобы мы... А, подожди, тут еще другой игрок появился. Хотела заспавнить игрока, заспавнила самой себя. Вот она, карма. И давайте все вместе. Все, он уехал, улетел? Он улетел. Территория чиста. А, нет, он проезжает, они все проезжают мимо. А, нет. Прячемся. А что так людей появилось здесь много? Вроде глушь. Все, мы создаем хаус. Стоимость будет 750. Очень выгодно, между прочим, покупочка. Дом без гаража. Итак, на карте у игроков высветился, выделился этот дом как то, что он продается. А мы должны уже быстрее как бы выложить ВК. Так, создала дом на одном из серверов. Пока я буду писать, мне кажется. Его уже могут. Все, создала дом на одном из серверов. Жду в укрытии, пока его купят. Ждем. И там так тык-тык-тык-тык-тык, часики будут. Масочка! Ой, там чел какой-то. А нет, это зеленая стрелка о том, что дом продается. Ну, давайте. В общем, ладно, создадим еще один дом, потому что у меня сегодня такое настроение. Короче, ждем здесь, пока к нам кто-нибудь доберется. Вот так вот, между прочим, очень полезно быть подписанным на меня в ВК. Так, какой-то читер. Нет, это не читер. Ну вот они сейчас сидят все в игре, да, все, кто играет, и даже не подозревают то, что тут так ждут два домика. Напишем, в общем, в общий чат, поздороваемся со всеми. Вдруг они как-то обратят на это внимание и поймут, что какая-то движуха происходит на сервере. Опа. Лайки пошли. Савелий пишет, когда стоим с добавлением домов. Вот он, видео, ролик с добавлением домов, а вы не пользуетесь этим. Точнее. И что? И где? Лайв сам поставила комментарий. Ирина как тигр прячется, чтобы поймать жертву. Как они уже, блядь, увидели то, что я написала что-то. Лайв сам. Хорошая работа. У нас тут ходит какой-то человечек. А мы как крысы шкеримся. Ага. Кажется, домик один занимает. Он прям припарковался к... самолет прилетел. Еще самолет прилетел. А чё, чел, ты куда? Почему ты стоишь около другого дома, который уже занят? Оба дома купили. 6 минут, 2 дома нет. Меня сбила машина. Очень прекрасно. Это удивительная удача для всех игроков Феникса, что... Стримы с раздачей домов мы уже закончили, но сейчас есть возможность получить домики еще. Если я увижу под этим видео достаточно много актива, то обязательно будем снимать такие ролики чаще. Не будем делать стрим, соответственно, будет меньше людей, меньше конкуренции. И находясь в игре,
вы сможете просто вот так вот словить дом. Поставим еще один домик. Ну, то есть те ребята как бы уже в курсе, что, скорее всего, будет еще один дом. Поэтому у них больше вероятности получить его. Дом с гаражом, между прочим. Поэтому чаще чекайте страничку боковую. Ну или поставьте... Там можно же ВКонтакте ставить колокольчик типа. Ну вот, либо так. Потому что я не так часто что-то пощу на стену. Только важное. В общем, если будет активность, так будет на всех серверах. И я постараюсь сделать так, чтобы это было рандомно абсолютно. То есть, чтобы игроки крайних серверов, там 20 и выше, не ждали так долго, а у них была возможность, типа, прямо сейчас получить. Поэтому максимальная активность и все в ваших руках. Сможете получить дома там с 20-го, с 21-го сервера сейчас. Опа, все, пошла движуха. Как там говорит Морти? Не буду говорить, потому что он... Мне не понравилось, как он обо мне высказался. Дома нет. Прошла минута. Как только под этим видео набирается 3000 лайков, мы рандомно выбираем следующий сервер. И помимо стримов, они никуда не уходят, они также остаются. Но помимо стримов будут еще дополнительные такие видео, когда мы будем создавать дома и также транслировать об этом, транслировать это в ВК. Поэтому подписывайтесь туда обязательно, ставьте, можете поставить колокольчик на новости, потому что я туда выкладываю только все самое нужное. Подписывайтесь обязательно на мой канал, также ставьте колокольчик для того, чтобы увидеть все самое интересное первыми. Всем пока, большое спасибо!